В этом году в смене проходит уже 10-й юбилейный всероссийский фестиваль «Учащейся молодежи мы вместе». И мне очень приятно, что за такую большую историю с 2010 года наш фестиваль из одного мероприятия вырос в огромную целую программу, которая включает в себя разные мероприятия, онлайн-конкурс «Мы вместе», форум. И я надеюсь, в скором времени пройдут окружные форумы во всех субъектах Российской Федерации, во всех округах. Ну, на самом деле, я считаю, наши участники самые классные, самые удивительные, яркие люди, потому что они не просто приезжают один раз на мероприятие, загораются здесь какими-то идеями, две недели тусуются, радуются жизни и уезжают. Для того, чтобы попасть на наш фестиваль, они целый год участвуют в онлайн-конкурсе «Мы вместе», реализуют проекты, направленные на развитие межкультурного взаимодействия, и только потом самые лучшие приезжают сюда на Всероссийский фестиваль «Мы вместе». Поэтому они проделали огромный путь, и я уверена, что когда они вернутся домой, они продолжат там вести эту деятельность. Я хотела бы пожелать участникам нашего фестиваля, да и всем молодым людям в таком возрасте, в котором они сейчас находятся, чтобы они поняли, чего они хотят в этой жизни, почувствовали себя, нашли себя и развивались именно в этом направлении. Мне кажется, в таком большом потоке информации в нашем мире иногда люди теряются и не могут определиться, чего они хотят от жизни. Вот это главное умение – понять, чего я хочу и для чего я здесь. Я желаю всем это знание получить и дальше с ним идти по жизни.